совместным казачеством ведется работа по борьбе с суррогатным алкоголем и надписями, предложением приобрести курительную смесь. Также стоит отметить патрулирование казаков Благовещенского хутора, сказать, поблагодарить их за работу, за взаимодействие. Огромную профилактическую работу по антинарко как в городе, так и в сельских округах проводит управление молодежи. Это и всевозможные акции, беседы, тематические круглые столы в учебных заведениях. Кроме этого, специалисты управления постоянно мониторят интернет и выявляют потенциально опасные ресурсы. На сегодняшний момент выявлено 102 ссылки. Это за первый квартал с предложением о продаже наркотических веществ. Ссылки направлены в Роскомнадзор. В результате по 54 материалам пришли ответы о блокировке сайта. В весенний период активный рост набирают дикорастущая конопля и мак. Главам сельских округов поставлена задача выявлять очаги произрастания опасной травы и уничтожать ее совместно с наркоконтролем.